ребята, с вами снова я, Белый Копатель. Очередной выезд, выход на речку. Сейчас до ребят дойду. Сегодня у нас на неделю выход, так что не очень длинный, наверное, будет. Но надеюсь, что-нибудь какую-нибудь бомбиту откопаем. Ребят, тут еще пару раз выходили. Вот, и не без находок интересных. Ну, увижу, расспрошу их, что попадалось. Вот. Так, здесь я иду. Ну ладно, сейчас встречу с ним. И тогда уже продолжим. Я со смены, да. Ну, вот тоже человек со смены. Здорово. 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 А ты со смены? Ты не уволился? Да нет, он с такой веселой смены. Все понятно. Ну что, я рассказал, что вы тут уже набомбили. Да? Колян, хвались, что нашел-то. Ордена, медали. За те дни. Ордена, медали, ранние советы. Такой удивленный смотрит на меня. Это такой, да, в натуре, блядь, как это? Да, это я же в прошлый раз нашел, третьей степени. Ты фоткал? Нет. Ребята-то не видели? И не взял с собой. Ну что ж ты, Блин, я талисман свой опять забыл. Ну сегодня все, опять ничего не делаю. Ну ладно. В общем, фотки хоть поставишь. Не колется. Колян, вытрясем с него потом фотки. Я тоже фотик не взял, поэтому у тебя, если что, на телефон сфоткаем в конце интервью. Ладно, начинаем. Да, сейчас соберемся, да, и пойдем в путь. О, бомбит, все. Просто положи сначала. Или ты в землю хочешь? В землю, хрен же хватит. Когда ты бьешь ее, она будет 35 где-то. Вот так. Что это будет, Юр? 35? 35. Объясни зрителям, что мы хотим сделать. Мы хотим проверить, как бьет золотая цепочка, как ведет она себя под землей. Потому что на мини-лабах она выдает в минус вроде как. Но если присутствует крестик или что-то, ну, кулончик какой-либо, она тогда уже показывает себя. Мы хотим проверить сейчас. Сейчас на Акашке тоже заодно посмотрим. Да. Ты посмотри. В общем, сигнал на золотую цепочку. Фиска. Давай. Давай пакет. Ну ты... Запакань цепочку. Сколько? 4. Просто цепочка сейчас, да, у тебя? Или с крестом? С крестом. Нет, пока крест не снимешь, она будет... Четыре бьет, да? Угу. Ну, четверку ты часто копаешь так вот, если в мусорке? Это фольга. Все равно четыре. Да, вот пакетик и в землю там. Давай. Отрез. Так же. Засыпать будем, да? Конечно. Мне кажется, она у тебя просто запомнила сигнал и все. Ну-ка. Кстати, у нас два прибора одинаковых, и одна кашка. А катушки все разные, вот сейчас посмотрим. Вам потом найти. Так, это пока с монокатушкой. Фермет, пожалуйста, золото. Минус 4 стало. Ну да. Так, сейчас попробуем утюжком. Минус 4. То есть, ну, это металл, такие звуки обычно как бы и не копаются. Вот вам и золото, да? Ну, вот сейчас, если я столько крестик... золота, оказывается, нет, прошел в этом году. Попробуй окашку. Сейчас, на. Ну, а потом попробуем с крестом. Попробуй, не приведи. У тебя же график, да, получается, там выдает? Там и график, и график. Чернина? Не, вот. Стрелка вот. Ага. Она легла. Чермет. Вот фольга. Ага. Вот здесь цвет пошел. Вот это все чернина. Ну я копаю еще, вот когда вот вниз, вот сюда чуть-чуть заходит. Угу. Это может быть оловянистая.
всякие вот крестики, пуговицы из оловянистой бронзы. Вот а сюда. Ты именно смотришь. Но чтобы вот так, да я слышу тоже. Вот. Ну ты бы такой сигнал стал бы копать? Не в жизни. Не интересен он, да? Даже на перспективном месте я бы не стал. Ну вот сейчас выкопаем, попробуем крестик туда еще заложить, как бы. Тогда должен схватить. Подожди, даже громко. Бля, главное, хоть не перерубить лопат. Ну да. Ну это как с этими. Как с чем? Как с пятаками, которые в стопку кладешь и такие катим. И тоже не видят, да? ДД-шные катушки, говорят, на любом приборе тоже их чернили. Вот так вот, ребята. Так что никто золото поэтому и не находит. А оно вот оно все. Ну сейчас с крестиком, да, попробуем? С крестиком попробуем. Должно. Я говорю, я вот слышал, что именно вот цепь почему плохо ориентируется, потому что именно вот это вот. По каждому сегменту она. И там не знаю, как опускать тогда. Давай. Надо. Единственное плохо, что вот здесь надо высокой частотой. Вот типа 14 Гц, вот такую. Думаю. Вот она, мне кажется, будет цеплять. Золото. 14. Надо еще на ладошке сфоткать и на превьюшку поставить. Точно, точно. Ребята, золото. Я вот пока шел уже, смотри. Одну монетку поднял. Прям в пати неприятно. Ну полежал уже. А раньше, прикинь, так будут находить в будущем таким. Червонец! Этот не сгнил еще совсем. Да, да. А великого писать, Путина. Золото не настоящее. Нет, ты в кучу просто кинь пакетик сразу, знаешь, что делать. Бля, как их теряет, так не. Нет, мы пробовали много цепочек. А серебряные цепочки? То же самое. То же самое? Ну вот я говорю, из-за из-за вот того, что сегменты как-то разбиваются на сегменты. Ну это физику. Физики бы они там объяснили. Я вот даже не знаю, который в тот раз крест модный нашел с цепочкой. Вот если он говорит, он крест нашел. Крест. Он прям крест нашел, а, его выкопал, ну, его тянет, и там цепочка. Точно, точно. Сколько там сантиметров? 15, наверное, да? Ну глубина. Да, штык 18 см. Ну, где-то. Поменьше, чуть меньше штыка. Вообще ничего. Те же самые. Минус 4. Да. Хотя на поверхности четко 4. В общем, минус 4 надо копать, когда стабильный минус 4. Ну вот сейчас стал как бы металл поактивнее такой. Вот. Я даже не знаю, если бы в лесу копал, я бы копанул бы такой сигнал. Потому что да. Какой-нибудь ножичек или... Ну на пляже получается, да. А, ушел цвет. Да? Ну, как бы звучит. Акашка. Ага. Хреново, да. Но ушла наоборот в цвет. То есть можно такой сигнал уже было покопать, да? Ну, нестабильно. Очень сомнительно. Мимо пройдешь просто. За глюк примешь. В принципе, да. Очень слабоватенько. Вот так вот золото себя ведет, ребята. Что он нам показал, что надо копать все. И железо. И железо. Ну, все сигналы. Единственное, что кольца, да, вот такие изделия нормально кольца показывают. Стабильно. У меня в этом году было 12. Кольцо. Да. Ну, зависит от пробы, видимо. Потому что большие советские перстаки такие. Не, я запомнил, короче, как у меня бьет цепочка. Да? Теперь такое железо я буду копать. Даже интересно просто, что будет попадаться. Я говорю, я с Серегой, когда в деревню ездил, копнули это. Ну просто тоже железо сигнал. Я копаю, оказалась пряжка железная. Ну да. Тоже. То есть полностью железная. Нифига тоже? Еще. Я сегодня только минус 4 копаю. Сколько цепочек? Колян аж от нервов закурил. Ну что, доставай. Маленькое что-то. Да, есть проба.
Сильвер-зильвер. Ебы. Легкое какое. Да, это расправится. Жопы трясутся. Да. Звезда. Со звездой. Со звездой? Угу. Насколько мне мое зрение подсказывает. Так что, СССР, имеешь право забрать. Абсолютно законно. Наковыряли. Чуть-чуть есть. Еще есть порох прохладнитель. Кривое кольцо. Давай, меняем кольцо. Угу. Кольца, кстати, плохая примета находить. Да? Правильно, да. Не берите. А наперстки? Наперстки, наоборот, хорошо. Так, ну, бацарик, это мой точно. Ну, здесь пошла ходячка что-то уже. Надо нам решить, вернуться назад. Сдвинуться или назад. Ну да, или вперед, или назад. Пацаны, вот такое вот чудо-перстак. С кармана достал, по-любому. Медный, но зато с камушком. Почищу потом, в конце покажу. Ходячка? Да, смотри. Все, сейчас в магаз пойдем. Ну, о, что делает это? Патинка какая приятная. За две недели, наверное. Да, да. Не, побольше когда-то. Две недели назад холодно уже было. Мокрой салфеточкой? Да, сразу. Вот он, сохранчик сразу. Но это не полевые. Полевые, если позеленеет, им не поможет салфеточка. Да у тебя опять, у тебя салфеточка чем пропитана. Золото. Ну, сразу. Херово выбивали тогда. Тут, оказывается, кошель, да, всплыл? Да, тут не только трешечка была, а еще и... Еще три, да? Еще три. Еще ковыряй. Светануть немножко там лазером. Бластером. Ну-ка, давай-ка. Колян в конце копа всегда мне монеты все отдает. Он молодец. Я же говорил, надо было кусок хватать. Зубами. Жирно. Это что, пятак? Пятачок. Вот так вот. На пол рубля, да, потерял монет. Можно было нажраться. Все, Колян, отходи. Ладно, здесь монет нет, надо, короче, идти отсюда. Хотя, ладно, пусть он сам покопает. Зачем нам утруждаться? Потом поделим. Еще пачки, десяточка, да? Пятнашечка или десяточка? Десятка. О, как красиво. 5 и стой 6. Ух ты. Это чермет уже. Не, Колян, чермет. Надо, короче, ехать отсюда, тут монет нету нифига. Цепочка золотая, блядь. Вот так вот помечу. В земле еще, значит. Нет. Вот она. Да ладно. Ух ты, ё-моё. Смотри, подкидывает, из перчаток, наверное, так достает. Иллюзия. Не, это уже золотые цепочки пошли. Золотые цепочки. Ну она так же звучит. Надо шурфануть. Да. Что это? О. Пятюня. Ну нормально, ты что-то пришел. Без палева. Вообще. Я тебе помою. Помог, блин. Моя еще монета стоит, наступает там, блин. Не, был сигнал, а я не копанул, нет сигнала. Засыпало. Ну ладно, я помечу вот сейчас. Утоптал там его наоборот. Потом докопаю. Слушай, золотые монеты. Посыпались. Смотри, а земля какая-то черноземная. Я сначала думал, как будто здесь сгорел, да? Земелька тут прям черная. Что там снимаешь, что?
Ты нам уже лет на 15, наверное, там не снимал. Нет, советы. Их можно. Ну что, накопали мы. Я откопался. Раньше у меня батарейки сели, а ребята еще вот кошелек добили. Ранних советов. В общем, вот столько за сегодня. Моя кучка, это Ёркина, а это Колян накопал. Ну и бомбита. Ну ёпарасотес, вот так потеряли её. Не, ну все, да найдем сейчас. Два печенёна у нас, да, сегодня колечко вот. Да, две бомбиты. Выкопал. Колечко древнегреческое. Будем чистить, смотреть, может какое-то клеймо даже будет там. Ага. Если царское. Немножко тоже, я не помню, здесь подались. По-моему, у меня все позднее. Ну, значок блатной. А, это от Пумы, по-моему, еще такое было. Пулька. А что там написано? Извини, я потрубил. Да ничего. Ну, какая-то блатная штука. Я бы себе повесил точно. Блин. Это думангол, пацаны. Там хия какая-то. Китайская. Ладно. Я думаю, сюда еще вернемся не раз, да? Ну, у нас продолжение по-любому будет. Батарейки. Я говорю, месяц через два дойдем как раз. До нужного места так и не дошли, как всегда. Все, ладно, ребята. Ставьте лайки, всем подписывайтесь. Привет, подписывайтесь. Да. Все, до новых встреч. Всем пока. Юрий, твоя главная фраза, конечная. Какая? Бомбита? Хабаром? Побольше, конечно. Тазами, ведрами, несите. Пока-пока.